22 сентября в Санкт-Петербурге были подведены итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В тот день особое внимание многих вологодских педагогов было обращено на номинацию «Профессиональный дебют в дополнительном образовании», в котором наш регион представлял Устюжанин Михаил Карачев и стал лауреатом второй степени. Конечно, пока Михаил Анатольевич находился на всероссийском конкурсе, мы все очень волновались, переживали за него и даже сделали ролик в поддержку Михаила Анатольевича, который очень высоко оценили на всероссийском конкурсе. Мы очень гордимся нашим педагогом, и у Михаила Анатольевича еще много впереди. Второе место Михаила Карачева в номинации всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» стало первым призовым за всю 25-летнюю историю участия вологжан. Начиная с декабря, с победы в муниципальном этапе шла подготовка. Сначала к областному, затем к федеральному этапу. Это был волнительный период, но очень насыщенный и полезный для профессионального роста. Если говорить о том, как все было, ну, нервы были, вот, все нервничали, понятно, что это ответственно, и так, конечно, все, сил потрачено много было, но с другой стороны, мы все, вот, как я уже сказал, были из 40 регионов представители, мы все жили в одной гостинице, вместе завтракали, обедали, ужинали, время проводили, поэтому общались, я обзавелся кучей знакомств. Как признался Михаил Анатольевич, теперь, когда такое большое испытание позади, можно выдохнуть и посвятить себя обучению детей. И приобретенный опыт должен помочь передать ученикам больше качественных знаний. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».